Здравствуйте! Приглашаем вас посетить вебинар, посвященный технологии Deep Learning или глубинное обучение и ее применение для решения задач компьютерного зрения. В отличие от простой нейронной сети с одним внутренним слоем, глубинное обучение подразумевает сложность обучения нескольких внутренних слоев многослойной сети. Данные сети плохо поддаются классическим методам обучения, таким как, например, метод обратного распространения ошибки. В данном вебинаре мы рассмотрим так называемые сверточные или конволюционные нейросети и на доступных примерах попробуем решить задачу обнаружения и распознавания объектов. В ходе вебинара будут рассмотрены следующие вопросы. Как работать с большими наборами изображений? Как применять предварительно обученные нейросети для извлечения признаков? Как использовать стандартные методы компьютерного зрения для усиления эффективности распознавания изображения на базе Deep Learning? И как ускорить процесс обучения с использованием графических процессоров и параллельный компьютинг Toolbox?